Каждая семья в Красноярском крае должна чувствовать внимание государства. Это сегодня заявил Михаил Катюков на президиуме, где обсуждались мероприятия на наступивший год семьи. Так в крае пройдут новые фестивали и даже марафоны. Один из них – «Территория женского успеха». Финалом этих мероприятий в регионе должен стать второй Красноярский демографический форум. Сейчас в крае проживает порядка 320 тысяч семей, из которых более 50 тысяч – многодетные. Экономических основ понятен, но с точки зрения меры поддержки должны совершенствоваться. Должны запускать обратные процессы укрепления как раз отношений в семьях. Нужно об этом серьезно думать.